бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Это мне не нравится, и тебе не нравится тоже. Звуки гитарных аккордов и слова из знакомых песен доносятся от небольшой компании, которая расположилась прямо на улице. Новый формат времяпровождения появился в Шымкенте. Это квартирник. Квартирники в недалеком прошлом появились в России. Такие вечера – прекрасный повод собраться вместе друзьям, знакомым, единомышленникам, для того, чтобы раскрыть все свои творческие способности. И, конечно же, обязательными участниками таких мероприятий являются обычные зрители, которые наслаждаются непринужденной обстановкой. Идея в том, что собираются уличные музыканты, поют, делятся музыкальным опытом, да, песнями, стихи читают, у нас на дамбре играют, на гитаре играют, и просто хорошо проводят вечер в такой приятной, уютной атмосфере. Принять участие в квартирнике может любой желающий. Площадка – прекрасный старт для начинающих музыкантов. Возможность найти своего зрителя и слушателя вполне реальна. Такой возможностью воспользовался Никита. Он 10 лет играет на гитаре, а вот сцены не было. После выступления Никита получил отличный отклик зрителей. Но боевые в пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте между четвертым и третьим скорее. Минуты летите, чтобы я вас не заметил, и поспешите ответить от Кротия. Люди приходят на такой вечер, осознавая, что будет происходить, и поэтому все идут с позитивом и с добрыми намерениями. В принципе, я сам, когда первый раз сюда шел, очень сильно переживал, но на самом деле переживать не стоит, и если есть что показать, что рассказать, приходите, всегда будут рады в этом месте. Квартирник – это смело. Собраться на улице и без стеснения заявить о себе городу. Это новое веяние в жизни шымкентской молодежи. Мне кажется, это очень интересно, если собирается одна молодежь. Иногда сплочает молодежь. И тут музыка. Музыка вообще самая интересная вещь. Люблю музыку, поэтому первое ощущение здесь уютно очень. Как-то как у себя дома, не знаю, тепло, весело, очень интересно. Организаторы планируют сделать квартирники приятные традиции и проводить их каждую пятницу. Здесь вас ждут дружественная атмосфера, приятная музыка и новые знакомства.